Йоу, салам алейкум, банда, с вами как всегда Шторм, и я продолжаю играть на проекте Horizon RP Gilbert. И сегодня, ребят, мы продолжаем наш путь от игрока казино до премиум VIP. Это уже третья серия. Как я и обещал, в каждом выпуске пути к премиум VIP я разыграю по 1 миллиону. Но сегодня, ребят, давайте разыграем для вас 5 миллионов, потому что в прошлой серии я разыграл 50 миллионов Bullet и 5 миллионов. Так вот, 5 миллионов не забрали, и поэтому в этой серии мы разыграем 5 миллионов абсолютно на любом сервере Horizon. Чтобы заполучить, ты просто должен поставить лайк, подписаться на канал и написать любой крутой комментарий. Ах да, братанчик, не забывай рассказывать друзьям, потому что на 7000 подписчиков я разыграю еще 50 миллионов абсолютно на любом сервере Аризоны. А также, братанчик, если ты хочешь играть со мной, то переходи на Аризон РП Гилберт и вводи мой ник при регистрации Storm, который даст тебе на 5 уровне плюс 300 тысяч. А если ты ведешь еще мой промокодик хэштег Шторм и отпишешь мне, то я перейду тебе еще 1 лям. Ну а мы, ребят, в принципе, поехали. Итак, ну что, я уже, в принципе, зашел в казино, и давайте, ребят, купим фишки. У меня есть 70 тысяч, давайте для начала купим 10 тысяч фишек, и вдруг мы сейчас 10 тысяч подымем, ребят, с вами плюс 10 лямов, и будет вообще зашибись. У меня цель где-то поднять лямчиков 12, чтобы, ребят, уйти, половину суммы потратить, а половину еще оставить, чтобы поиграть. Ну, надеюсь, ребят, у нас получится. Будем сейчас играть по 10 тысяч. Плюс первые 10 тысяч, играем, ребят, дальше. Плюс еще 10 тысяч, отлично. Плюс еще, ребят, 10 тысяч. Минус первая десятка. У нас уже, ребят, есть 30 тысяч фишек. Окей, играем дальше. Плюс 10 тысяч. Плюс еще 10 тысяч. Минус 10 тысяч. Окей, ладно, ребят, у нас уже есть 40 тысяч фишек. Плюс 10 тысяч. Минус 10 тысяч. Плюс 10 тысяч. Какие-то качели, ребят, у нас поехали, окей. Плюс еще 10 тысяч. Отлично, у нас уже есть 60 тысяч. Минус 10 тысяч. Плюс 10 тысяч. Плюс еще 10 тысяч. Давайте, ребят, рискнем и сыграем на 30 косарей. Минус 30 косарей. Зачем, ребят, я сыграл? О-хо-хо. Жадность фрая разгубила, ребят. Минус 23 тысячи. О, господи. Давайте, ребят, рискнем и сыграем на 50 косарей. Вдруг, ребят, сейчас завинем. Итак, кидаем 50 косарей, и мы в плюсе, ребят. Отлично. Кидаем еще раз. 50к никто не принимает. Давайте кинем 20, ребят. И мы в плюсе еще на 20 косарей. Отлично, ребят. 120 тысяч фишек, ребят, подняли. Я думаю, нужно сваливать. Как я и хотел, плюс 12 лямов. Отлично, ребят, идемте тратить. Дальше, ребят, я начал, в принципе, скупать. Скупал подарочки, серебряные рулетки и золотые рулетки. Итак, ребят, ну что, я уже у Эдварда, у меня есть довольно мало подарков, 440, 3 золотые рулетки и 1 серебряная. Это все, что я купил, на все, что поднял. Итак, 5 штук, 3 штуки, 3 штуки. Три штуки, три штуки, пять штук, пять штук, пять серебра, пять серебра, пять штук, пять штук, пять штук, пять штук, плюс 30 азакоинцев, пять штук, пять штук, пять кусков серебра. О, ребят, чемодан для хранения денег. Неплохо, правда, на моем синем не отображается. Плюс 3 штуки, плюс 5 штук, плюс 5 штук, плюс 5 штук, плюс 5 штук, плюс 5 штук. Ну и все, ребят, все подарки мы открыли, и нам выпало всего лишь 30 азакоинцев. Капец, ребят. Конечно, не повезло нам сегодня, но надеюсь, что в следующий раз повезет. У меня есть еще 3 золотые и 1 серебряная. Окей, давайте начнем с золотых, и вдруг нам сейчас что-то крутое выпадет. Говно, говно, говно. И серебряные рулетки тоже говно. Дальше, ребят, я пришел в бар, чтобы подняться здесь с 7 миллионов. И смотрите, что из этого получилось. Барановичи, барановичи, Беларусь. Барановичи, барановичи, милый сердцу уголок. Барановичи, барановичи, вы прекрасны, как звезды в ночи. Знаю, что с вами вовек не расстанусь, родные барановичи. Светит ли солнце или небо дождливое хмурится? Снятся порою нам с детства знакомые улицы. Пусть иногда мы наш город с тобою прощаемся, но несмотря ни на что мы сюда возвращаемся. Барановичи, барановичи, Беларусь. Барановичи, барановичи, милый сердцу уголок. Барановичи, барановичи, мы прекрасны.
прекрасны, как звезды в ночи. Знаю, что с вами вовек не расстанусь, родные барановичи. Светит ли солнце или небо дождливое хмурится? Снятся порою нам с детства знакомые улицы. Пусть иногда мы наш город с тобою прощаемся, но несмотря ни на что мы сюда возвращаемся. Да, ребят, я то сливал, то поднимал до 10 максимум, сливал до 1 миллиона. Ну, короче, ребят, я слил, у меня осталось 400 тысяч, 400 тысяч я себе оставлю так на расходы мелкие, ребят. Ну, короче, ребят, такая вот легенькая серия сегодня была довольна, ребят. Мы подняли всего лишь 30 азыкоинцев, это просто трэш, ребят. Мы всрали больше 10 лямов, ну ничего, ребят, ничего. Все зависит от ваших лайков, набираем 200 лайков, я снимаю продолжение, ребят. Поэтому зовите друзей, мам, пап, бабушек. Всех вас люблю, с вами был Шторм. Спасибо, что ты посмотрел до конца. Всем спасибо, всем пока.